Что-то выскочило с ямки кругленькое. Скорее всего, пуговица. Ну да, старая советская солдатская пуговица. Очень грязно на полях, воды много. Каналы заполненные водой. Летом маленький ручеек, а сейчас такое поле. Будем искать дальше. Вроде бы ничего не предвещало беды, но завязли мы часа на полтора. Проехали вперед, и машина практически начала проваливаться. Вот чуть выдрали с помощью веток и кусочков. Дерево и тряпок. Перешли в лес. Первый хороший сигнал. И опять монетка. Разгреб ногой, она как раз показалась. Что за монетка, не знаю. А, 1 копейка. 1986 год. Будем искать дальше. Проверил еще раз эту кучку и выскочило 2 копейки. 2 копейки, 1982 год. Сейчас попробуем. Может, еще что-то есть? Ага, еще раз дается сигнал с этой ямки. Попробую копнуть. Вот, копаю еще эту ямку. Сигналы еще есть. Вот он, смотрю, торчит. Еще одна чья-то потеряшка выскочила с этой ямки. 2 копейки, 1972 год. Прикольно. Кто-то, кого-то, видно, рассыпалось у грибничка. Ну, посмотрим еще, попробуем копать дальше. Прошло и пару минут, выскочило еще 2 копейки. Я ее уже нашел, посмотрел, 1988 год. Вот такая ямка, почти на глубину штыка лопаты. И вот последняя, скорее всего, монетка уже лежала на такой глубине, потому что больше сигналов я уже не вижу. Ну, походим еще вокруг этого места. Вот, отошел от этой ямки. Хотя в ней нашел еще 1 копеечку. И вот рядом маленькая ямка. И еще выскочила 1 копеечка. Глубина небольшая вот этой копеечки. С кого-то тут сыпалось. Год 85-й. Прикольно. Ну, поищем еще. Из леса на место старого хутора поступил сигнальчик. Давай еще его. О. И что это? По цвету похоже на ранний советик. Ага, 2 копеечки. 2 копейки 1930 года. О, наконец-то хоть пошли ранние советы. Это уже поздние советы собирать надоело. Вот. Ну, пойдем искать дальше. Вышли на такую полянку.
Здесь был раньше старый хутор. Ну, посмотрим, может, еще что-нибудь найдем. Пока я подбежал, Колян уже нашел монетку. Еще выпала одна монетка. Где она? Что-то не вижу. А, вон она. Вот она. Ага, что-то. Одна копеечка, ранние советы. Сохран неплохой. Одна копейка, 1930 год. Как и две копейки. Коляну везет сегодня на ранние советики. Отлично, ищем дальше. Хороший сигнальчик поступил. Выкинул кучку, и вот так вот открылась монетка. Даже отпечаточки остались. О, кругляш. И тут. Что-то тоже с ранних советиков. 3 копеечки. Все очень хорошего качества. И Колян хороший сохран нашел. И я. 1931 год. 3 копейки. Колян ищет Асечкой. А я ищу Берку там. Вот такие находки полезли. Главное, в серединке поля пошли, на горочке. Значит, тут домик и стоял. Ну, будем дальше искать. Нашел, друзья, какую-то штуку непонятную. Почистил, но ничего не увидел. Что это такое? Вот что-то нарисовано. А что, не могу разобрать. Надо будет отмыть дома, посмотреть. Сначала думал, монета. Но монету не похоже вроде. Что-то легкое по весу. Как алюминий какой-то. Дома помоем, посмотрим, что это за такое. Друзья, на этом коп заканчиваем. Пошел снежок. Уже вечереет. Вот сколько монеток набили. Пуговки 2 выскочили под конец, не снимали. Одна даже с надписью. Вот, ну. Дома помоем, посмотрим, что за пуговка. Вот штанов, наверное. Вот столько монеток набомбили. Конечно, хотелось бы что-нибудь из империи. Сегодня, как ни странно, вроде бы хутора старые, а ни одной медной монеты мы не нашли. Одни ранние советики и поздние советики. Друзья, на этом будем заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.